Овен. Сегодня успехи зависят от работоспособности, мастерства, от слаженной работы подчиненных или уровня сервиса. Не стоит тратить время на лишние разговоры. Лучше в точности следовать графику, учебному или тренировочному плану врачебной рекомендации. В отсутствии внешних рамок достаточно следовать здравому смыслу, во всем проявлять дотошность и аккуратность. Сегодня тельцам не стоит обращать внимание на посторонние советы, даже авторитетные, все и так идет ровно. Не стоит отвлекаться и на увлекательные побочные исследования. Звезды подсказывают, что в некоторых текущих делах поджимает время и было бы неплохо довести до конца проекты, находящиеся в шаге от завершения. Сегодня близнецам важно настроиться на работу, ценить время, рационально использовать энергию и вещи, аккуратнее обращаться с инструментами. Не стоит тратить время на пустое любопытство, а силы на лишние дискуссии. Возможно, весь день пройдет дома, в учреждении, мастерской или другом специализированном помещении, на производстве. Нежелательно назначать на этот день свидания и переговоры. Сегодня ракам не придется заново изобретать велосипед или с нуля строить планы, все пойдет предсказуемо. Не стоит беспокоиться и за их исход, например, за результат хлопот или итог поездки. Все пойдет по накатанной колее, и практический эффект от того или иного действия вас вполне устроит. Если у вас были какие-то сомнения, в течение дня они благополучно разрешатся, или вы потеряете интерес к теме. Сегодня задача львов – поддерживать порядок в делах служебных, домашних и финансовых. Реальный успех во многом зависит от того, насколько грамотно организовано дело. Например, ведется ли бухгалтерский учет, укомплектован ли штат сотрудников, под рукой ли набор необходимых инструментов, осуществляется ли контроль за качеством и безопасностью. Хорошо покупать лекарства, инструменты и оборудование. Девам легко проявить такие качества, как ответственность и организованность. Многим девам пригодятся их классические черты – рационализм, прагматизм, дотошность. Это отличный день для демонстрации вашего профессионального мастерства. Но и к другим вы можете предъявить аналогичное требование, например, окажетесь жестким воспитателем, бескомпромиссным заказчиком или принципиальным партнером. День поможет весам выбрать нужный по ситуации образ жизни, даже если он не слишком вписывается в их привычки. Например, при необходимости вы сможете сосредоточиться на уединенной скрупулезной работе, вопреки своей природной подвижности и общительности. Подходящие сутки для чистки вещей, уборки помещений, выполнения фоновой и черновой работы. Эффективные, интенсивные, комплексные лечебные процедуры. Для скорпионов это стабильный и вполне удачный день. Новый прорыв маловероятен, зато вы можете максимально выложиться в уже заданном направлении. Ваша уверенность в себе или в своих помощниках будет обоснована. Если на начало дня вы числились в отстающих, у вас остается шанс сосредоточиться и в последний момент сравнять счет. В вашем распоряжении будут помощники, а под рукой нужные инструменты. Сегодня звезды советуют стрельцам не проявлять самодеятельность, она же самонадеянность, и действовать по заданному алгоритму. Презрение к нормам и стандартам в этот день равно для вас уходу от исполнения долга, зато дисциплинированность положительно отразится на вашей карьере и упрочнит финансовую базу. Оставаться в рамках и тщательно следовать инструкциям особенно важно, если вы из звеной системы. Сегодня козерогам легко поддержать свою репутацию верных делу профессионалов. В своей сфере вы сейчас заслуженный авторитет, можете сделать шаг к карьере учителя, руководителя. Немногие знают, сколько вами вложено сил, но вы вряд ли будете раскрывать свои секреты. Ваши труды не пропадут напрасно. Завершится удача тестирования, исследования, путешествия. Усилится ваша уверенность в сделанном выборе. Сегодня водолеям полезно привести дело в порядок. Это особенно важно, если вы прошли через критический этап, когда было не до внешней эстетики. Не исключено, что на осуществление данной операции уйдет целый день, зато по ее окончании вы вздохнете свободнее. Одновременно звезды советуют запомнить полученный опыт или где-то его зафиксировать. Возможно, это ваша страховка или основа будущего роста. Сегодня звезды советуют рыбам тверже очертить границы своего взаимодействия с людьми. Не стоит делать исключений ни для кого, если только это не случайный и ненужный вам персонаж. Чем дольше вы планируете с кем-то вести дело, тем важнее удержать безопасную дистанцию. При необходимости стать друзьями вы еще успеете. Чтобы не оттолкнуть от себя человека, все же проявляйте симпатию, но на расстоянии.
В новых линзах в Новый год. Оттяни красоту своих глаз. Обрети глубокий загадочный взгляд. Выбери естественный или дерзкий образ. Всего лишь цветные линзы, и ты уже другая. Счастливого Нового года желает магазин «Оптика».